Гена, 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 слышите меня? Гена, вы... Ну-ка, 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 ну-ка. Гена? Остановив тараканий век, держась за тараканий бок, таракан в молитве вздымает лапки вверх, а сверху человек тараканий бог. Остановив тараканий бег, держась за тараканий бок, таракан в молитве вздымает лапки вверх, а сверху человек. Город, подняв застиранный ворот, демонстрирует нора. Улыбается, выходит кислая издевка. Солнце облизывает стекла, я пустился на утек. Куда? Минуя пару улиц, такси подкараулил душно. Водила балагурит душка, придурковатый сторожил таксопарка. Припарковавшись, визжит, как собака, разрешив отглядевшим глазам меня укорять. Я вбиваю и вбиваю по самую рукоять. Барсетка вот толкаю дверь, нащупав ногами твердь, иду вслед, не щурит глаза мертвец, утопающий в каберне. Склеп его не слепит убранство, но он сам ведь туда забрался. Так, не гравируя инициалов и перечни цифр, тараканы лезут дохнуть в перечни цифр. Остановив тараканий бег, держась за тараканий бог, таракан в молитве вздымает лапки вверх, а сверху человек тараканий бог. Остановив тараканий бег, держась за тараканий бог, таракан в молитве вздымает лапки вверх, а сверху человек тараканий бог. Бог, ткань лицевая лишилась эмоций. Тараканий реквием, тараканий Моцарт. На полу тараканий бог изувеченный, бьет в дверь кулаками бог человеческий. То есть у меня были планы, а сейчас у меня нет таких больших планов, как бы мне нечего ждать. То есть, понимаете, человек же должен иметь какую-то цель, ему будет легче вылечивание, так я понимаю, да? Да. А в данный момент у меня нет такого стимула, чтобы помог мне выйти из моего... Ну, в этом смысле я вам могу сразу сказать, что, безусловно, выход сидеть дома, мне кажется, что это не самый лучший выход из данной ситуации. Мне кажется, что в любом случае, вот какой-то вид деятельности, я не знаю, следует ли заняться той работой, которой вы занимались до этого, но то, что какая-то работа должна быть, я считаю, что это одно из важных условий вашего выздоровления. Может быть, просто подумать о том месте работы, которое вас действительно будет удовлетворять во всех отношениях. Вы об этом задумывались? Жизни лад, руки дела рад, школы до конца. Опыт, правда, сад, плод за плодом так, дом и ток меня. Зачем бежать, если не я, стены вокруг? Земля одна и солнце может улыбнуться тут. Дорога судьба и путь обратный не всегда нам может дать тот ритм, что когда-то не поздно сумели потерять на других. Все понимая, время тянет ход, чтобы любой из нас мог ощутить свой ток. Все понимая, время тянет ход, чтобы любой из нас мог ощутить свой ток. Кружись, земля, я буду с тобой до последнего дня. Бери любовь, она одна, все сможет меня, сила труда, снова и ось. Нам дали волю продолжать, светом дело наполнять, себя в движении проявлять, смело дело реализовать, да.
Если работаешь по 8 часов и получаешь 55 центов в час, ты их получишь, а будешь сидеть дома, не заработаешь денег. Но у тебя появится время, чтобы написать что-то на бумаге. Наверное, я был тем редким случаем в наше время, кто голодал ради своего искусства. Я и правда голодал, знаете, чтобы у меня было 24 часа в день, когда тебе никто не мешает. Мне неинтересно то, что уже написано. Знаешь, что интересно? Что я напишу следующей ночью? Это все, что важно. Следующий стих, следующая гребаная строчка. Что написано, то написано. Я не хочу залипать в этом. Читать это, играться, развлекаться с этим. Все, оно закончено. Не можешь написать следующую строку, ты мертв. Написанные не имеют значения. Как-то ночью я лежал в постели и сказал: «Брошу все, к черту». А другой голос во мне сказал: «Не бросай, сохрани крохотный уголек, искру, и никогда не отдавай им эту искру, потому что пока у тебя есть эта искра, ты всегда сможешь вновь разжечь огромный костер». По липким образом, запутавшимся в простынях, трогаю верхние зубы, но на них больше нет брекетов. По ожиданию дня рождения или просто выходного дня, по утерянному тексту для самого первого трека, откидываю одеяло, увидеть комнату в 7 квадратов. Здесь ставил первые эксперименты с трубой от пылесоса. Так вырос, ноги надо высовывать в окно, утепленные ватой, навстречу ледяному будущему и нерешаемым вопросам. Это уже кто-то другой, он не верит в воспоминания о стоматологии по бартеру и родительских мутных проблемах. Снится школьная столовая, пожалуйста, хлеба и чая. Проснусь в Индокитае, закажу еду по спутнику вегана. Кто я, на меня смотрят, как на белого дурачка с рюкзаком бесполезных вещей, карабкающегося по трапу. Обновлял единственные джинсы шариковой ручкой когда-то, теперь такой же, делю в тетрадке на части зарплату. Куда надевать эти шмотки, мне больше никуда не надо, ни в школу, ни в институт, мне не надо ничего прятать. Никому вовсе нет дела до моего тайника за шкафом, дожидающих моего взросления кроссовки с мятых глянцев. Давно вырос, но забыл о них, поменялись планы. Пока же в будущем жизнь стороной обошла меня. Хочется нырнуть под ноги пенсионерам в Сбербанке, в 92-м вынырнул в бассейне пионер лагеря. Хватаю вставными зубами уходящее время, когда я был юн, как ранние песни Яна Маккея. Мир был свободен, и слова еще имели значение. Нужно только выбрать дорожку и нажать play. Магнитофон свалится в ванну на верном моменте, туда, где с дрелью в руках плакал под Скрима и Эмма. Потерял возможность вернуться, как Ходосевич, но по инерции все же надеюсь на возвращение. Хороший пейзаж. Давно работаете над ним? Нет, недавно. Я его заканчивал и не закончил. А почему не закончил? Был болен. Что же мешало вам закончить его? Тоска. А сейчас как себя чувствуете? А сейчас чувствую себя нормально, хорошо. А что собираетесь делать после выписки? Я полон планов и замыслов и постараюсь все это осуществить. Ну что же, пожелаю вам всего доброго. До свидания.